Я живу в Москве, потому что я в этом году, когда мне исполнилось 16 лет, поступила в Московский областной колледж искусств. Ну и, соответственно, я теперь здесь одна. Ну, родители мои остались в Самаре. Друзья, парень бывший. Ну, конечно, приходится там какую-то подработку искать, то есть за что угодно цепляешься уже. Страшно потерять друзей, то есть, которые есть. То, что я приеду в Самару в один прекрасный день, и мне скажут, кто она? Мы ее не знаем. Любовь не рождается, она создается, картинки меняются, любовь остается. Любовь остается. Вообще, плата за музыку была очень дорога для меня. Просто я на кон все поставила. Я не знала вообще, как у меня что может здесь повернуться. Моя задача — это не быть похожей, не быть кем-то, быть собой. У меня в руке бубен, точнее, тамбурин. Я могу его назвать своим талисманом. Этот проект даже, он важен для меня как просто шанс, за который я либо зацеплюсь, либо отпущу.